уже здороваемся с Владивостоком. Видите, он находится на одном из самых больших полуостровов в заливе Петра Великого. Единственное уязвимое место во Владивостоке, такая Ахиллесова пята, где не могли ответить огневать важный объект Тихоокеанского флота. Это самая большая учебная база Тихоокеанского флота. Одну из точек вы можете видеть направо. Посмотрите, пожалуйста, это бухта Улис. Вы видите, здесь сторожевые катера стоят, минные тральщики. Видите подводные лодки. Мосту этот русский мост совершил чудо. Теперь то, что приглашения не могли попасть, он и попасть на... Новосибирская батарея. Вот вы видите орудийные дворики. Это макеты пушек, которые сделали на петербургском заводе специально с вами. Значит, сохранился даже старый колодец, откуда набирали.